Я не уверен, что верю в демонов, но вот последнюю неделю, похоже, один меня преследовал. Я тут подумал, раз мы столько времени будем проводить вместе, нужно знать друг друга поближе. Я не хочу сближаться, и не важно, сколько времени мы проведем вместе. Потому что, не знаю, помнишь ли ты, но именно ты тот чувак, что пытается заставить меня покончить с собой. Джонатан? Мефистофель! Мефистофель! Воу, потише, о чем ты? Он же убил себя, да? Нет! Погоди, что? Джонатан, у тебя все в порядке? Что? Не знаю, как у тебя получилось. Но он сейчас в аду. И он там не должен быть. И тебе придется вернуть его. Джонатан, ну вот скажи, я хоть раз давал тебе повод не доверять мне?